Вот такие эмали мы приготовили нашим клиентам на прошлой неделе. Полиуретановые эмали для покраски рамы грузового авто. Черные 2 литра и серый 1 литр. Полиуретановые эмали для покраски манипуляторной установки. Серая и оранжевая по 3 литра. Полиуретановые эмали для покраски мотобуксировщика. Черная и оранжевая по 0,5 литра. Полиуретановая эмаль для покраски рамы УАЗа 2,5 литра. Индопур-акриловая эмаль для покраски крыш и боков легкового авто 1 литр. Полиуретановые эмали для покраски лодки Неман под камуфляж и рамы снегохода Рысь. Черный 2 литра, темно-серый 7024 2,5 литра, остальных по 0,5 литра. Эпоксидные грунт эмали для покраски вертикального сверлильного станка синего 2 литра и бежевого 1 литр. Все ролики с заказами смотрите на моем YouTube-канале.